кукурузы Кемберлин. Высаживали рассадным способом. Где у нас по два растения. Это сделали специально, дабы увеличить схожесть. И проще так высаживать. В этом году выращиваем первый раз этот гибрид сладкой кукурузы. Посмотрим, на что он годится и как он себя покажет. Пасынки мы не удаляем, потому что экспериментировали несколько лет подряд и контроль оставляли. Вообще нету смысла удалять пасынки. Урожай один и тот же. А вот тут ты кучку собрала еще, да? Что? Вот кучку собрала. Сейчас, сейчас. Такой початок. Это какая, биколорная, да? Да, друг на друга можно. Что мы будем? Раскроем. Туда сюда. Биколорная кукурузка. Свежачок.